нулем, если она не равна нулю, то эту арку Object Properties, вернее Basic Properties Enabled, мы включаем. В обратном случае мы ее отключаем. То есть, вот смотрите, давайте сейчас два наших нуль объекта, у них координаты обнулим, и арка отключается. Почему? Потому что дистанция между ними равна нулю. Если она будет не равна, то есть попытаемся хотя бы на одну сдвинуть, раз, уже не равна нулю, и арка включается, и, соответственно, мы ее дальше сдвигаем, и она увеличивается. Вот таким образом. Ну и, соответственно, если мы объект вот этот удалим, арка тоже отключается. Почему? Потому что дистанция, собственно, тоже равна нулю, если объекта нет. Давайте с контролом сейчас создадим копию, перетащим, и у нас все вроде работает. Сейчас наступает момент, так сказать, отладки выражения, тогда, когда нам нужно сделать, обеспечить нашему пресету работоспособность в максимальных условиях. То есть какие это, допустим, настройки. Вот, скажем, у нас арка, она, у нее объект Absolute Reference. То есть нужно сделать, чтобы он всегда находился в таком подвижном состоянии и в относительных ссылках работал. То есть не абсолютная у него была ссылка, а тоже относительная. Relative Reference. Арка — это всегда тот самый объект, который находится от нашего главного объекта на дочернем уровне. То есть один раз нужно опуститься от него по иерархии вниз. Вот таким образом здесь у нас тоже абсолютная референция, то есть абсолютная ссылка, тоже делаем его relative reference, относительный, либо делаем его use start position this object. Этот нот у нас всегда обозначает объект, непосредственно к которому применен тег экспресса. Этот нот у нас всегда тоже обозначает объект, к которому применен тег экспресса, но он перед...